Сейчас мы посмотрим новые возможности 2020 и 2021 года. А сейчас мы с вами порисуем и маркером, и покажу, как рисовать стилусом. Настраиваем камеру, настраиваем звук. С помощью стилуса, да, я могу что-то нарисовать, что-то подчеркнуть. Например, мы берем какое-то это и можем вот так удвигать. Просто кубиком Рубика управляю. Меня зовут Семен, и я уже 7 лет занимаюсь вот такими стеклами для видеостудий. И сейчас мы уже поставляем вот такие комплексы видеостудий для записи видеоуроков и прямых трансляций. И сейчас мы посмотрим новые возможности 2020 и 2021 года, новые функции нашей видеостудии. Итак, при помощи этого кликера появляется элемент презентации. Собственно, все, что я сейчас делаю на iPad, оно здесь выводится. Видео записывается полностью без монтажа. То есть мы сделали небольшую, конечно же, анимацию. Это обычный PowerPoint. Собственно, вот здесь можно включить видеоролик, тоже минутный ролик, где я показываю функции и возможности нашей видеостудии. Видеостудия для онлайн-обучения и видеоконференции, которая позволяет без монтажа вывести вашу презентацию в режиме реального времени, например, на вебинаре. Обратите внимание, что у презентации аккуратно вырезается фон. А также в экран можно вывести все, что вы делаете на iPad. При этом обратите внимание, что картинка тоже немножко прозрачная, и на ней что-то можно показать. Но самая главная фишка в нашей видеостудии – это специальное стекло, на которое можно рисовать маркером. При этом видео автоматически зеркалится, ну а фон может быть другого цвета. То есть фон хромакей, ворачиваем. Эта видеостудия – это программно-аппаратный комплекс, который содержит все необходимое оборудование, а также сервис по настройке, обучению и техподдержке, чтобы ваше учебное заведение развивало онлайн-обучение и использовало новые технологии. Оставляйте заявку на нашем сайте, получите коммерческое предложение и приходите в нашу видеостудию посмотреть вживую, как это все работает. До встречи! Мы записываем. У нас 4 видеостудии в Москве, мы как бы сдаем их в аренду, к нам приходят разные спикеры, записывают и прямые трансляции, и инфобизнес, и государственные вузы, колледжи, школы. Мы записываем такие видеопрезентации, проводим вебинары, и фишка нашей видеостудии, что она заточена прям специально для таких студийных съемок, видеопрезентаций, и процесс в этой съемке автоматизирован. А сейчас мы с вами порисуем и маркером, и покажу, как рисовать стилусом. То есть все модели видеостудии у нас идут в комплектации с iPad. Вот наша команда, как раз проводили вот такие съемки. Собственно, фишки, то, что можно вот рисовать на стекле, да, вот. И есть подсветка, то есть маркер может быть там разных цветов. Я ставлю назад синий. И видео записывается без монтажа, это сильно автоматизирует съемку. И готовый ролик получается и быстрее, и дешевле записать, и вот с такими уникальными эффектами. Дальше. Можно использовать стилус. То есть я сейчас листаю слайды презентации, да, вот мы показали, как сейчас это выглядит маркерами. И с помощью стилуса, да, я могу что-то нарисовать, что-то подчеркнуть. Например, давайте поговорим про вот эту прозрачную доску, да, вот. Я вам только что видео сейчас показал. Справа и слева от меня мониторы спикера. У нас, когда мы поставляем студию под ключ, мы вот такую студию устанавливаем, делаем вот разные фоны, ставим студийное освещение, настраиваем камеру, настраиваем звук и делаем техподдержку в течение многих месяцев, там, в зависимости от комплектации года.
допустим, год, год техподдержки и гарантии у нас это стандарт по договору. И, конечно же, это программное обеспечение, которое позволяет сделать и цветокоррекцию, и вывести вот такие уникальные эффекты. Сейчас мы уже делаем не только оборудуем студию под ключ, но и делаем такой дизайн интерьера. То есть мы проектируем студии на этапе бетона, да, когда под каждое помещение, там, сколько квадратов, например, там 20 квадратов или 50 квадратов, или клиент хочет, чтобы у него было там два монитора или там один большой, где вход, например, здесь вот вход. В студии у нас уже идут с видеонаблюдением. И мы проектируем студии под каждого как бы клиента. Да, то есть две камеры. Часто бывает, что клиент хочет, чтобы была, например, зона интервью. Ну, давайте вот с чего мы начинали и подробно разберем основной элемент. Это вот такую доску, на которой уже свет, звук, может быть, уже там микрофоны, пушки. Она состоит из металлоконструкции и, собственно, вот такого стекла. В нее в таре светят светодиоды, пишем флуоресцентным маркером, это каленое светорассеивающее стекло. И дальше мы на этой студии, к этой доске монтируем пилоты, розетки, коммуникацию. И сейчас у нас уже некоторые модели, когда компьютер встроен в саму доску. Мы хотим создать лучшее рабочее место для педагога, для спикера, создать такую студию для видеоконференций, как в эконом-сегменте и очень массовую, так и с максимальным количеством современных таких фишек и вау-эффектов. Мы уже поставили более 40 видеостудий под ключ. Мы в этом году запускаем школу видеотехнологий, то есть мы будем не только оказывать услуги по видеосъемке и поставлять оборудование, но у нас будет два курса, ну, стандартные и продвинутые, для тех, кто хочет снимать видео с дополненной реальностью, изучать видеотехнологии, это программно-аппаратный комплекс. Здесь есть много и просто с железом поработать, да, с объективом, с микрофоном, но и много можно программировать, потому что по большой части вся вот эта видеостудия, она работает на определенных алгоритмах. Ну вот одна из фишек, да, вот можно сейчас показать хочу, то есть прямо редактировать студию, какие-то элементы прям онлайн, например, мы берем какой-то это и можем вот так вот двигать. Да, то есть есть функция, когда на стекле стоит сенсор, вот именно в этой студии, где мы сейчас проводим съемку, такого сенсора нету, но можно брать и по стеклу уже двигать эти элементы. Давайте покажем. Вот мы недавно, кстати, получили сертификат. Обратите внимание, что я вставляю это видео сюда без монтажа и могу сейчас рукой на них что-то показать. Вот наш сертификат выглядит вот так вот. Дальше можно, например, вот вывести наш сайт. Да, это наш сайт, и просто я скроллю сейчас на планшете и могу что-то выделить, что наша студия под ключ, обратите внимание, мы делаем, например, скриншот, стоит от 1 000 000 рублей. Вот наши примеры, наши клиенты, те, кто к нам приходит сниматься, и те, кто заказывает студию под ключ. У нас несколько представителей в СНГ. Ну вот, посмотрите, ознакомьтесь с нашими соцсетями, с нашим сайтом. И что еще хочу показать, допустим, что вот все, что преподаватель делает здесь как бы онлайн, да, вот можно на примере вот такого кубика. Сейчас наш режиссер сделает 3D-преобразование вот этого скринкаста с ноутбука, и все, что даже мы в браузере, например, открываем, какие-то формулы, что-то вам нужно показать, там, видео или фото, мы все можем вот так вот онлайн здесь двигать, как бы,
допустим, вот кубик Рубика. Если нужно что-то 3D-шное показать, мы просто на iPad этим делаем, да, давайте я вам покажу. То есть я беру iPad и, собственно, просто кубиком Рубика управляю. Это очень автоматизирует съемку. Мы развиваемся в этом направлении, пишем свой софт и для планшетов, ну, мобильное приложение, и на компьютер, десктопная версия. Хочу сразу же сказать, что маркер достаточно легко стирается. Когда краска высохнет, здесь нету ничего сложного, не надо этого бояться. Маркер может быть... Я раз отключил. Маркер может стираться при помощи моющего пылесоса. То есть, когда вся доска исписана, тоже можно вот так вот все чистить. Вот. Собственно, все. Больше фотографий, примеров и возможностей, и примеров использования данной технологии можно посмотреть у нас в Инстаграме, в соцсетях. Вот, ну, посмотрите наш Инстаграм. Так.ру. На этом все. С вами был Семен, компания «Видеодоска». До встречи у нас в видеостудии. Приходите, посмотрите, как это работает вживую. И используйте новые технологии. До встречи.